Всем привет, дорогие друзья, с вами Инди, и сегодня я расскажу вам, как разделить звук из игры и ваш голос через программу Bandicam. Для этого необходимо зайти в настройки и в вкладке звук настроить, как у меня, то есть запись звука, параллельно сохранить недержатые звуковые файлы, WAV. Это нам позволит сделать так, чтобы после сохранения, то есть у вас сохранялось сразу голос, это вот у меня сейчас прям пишется, мой голос, один файл, и второй файл будет звук из игры. Далее идет основное устройство, ваш микрофон, обязательно ставьте моно, потому что микрофон в стерео, если записывают, то очень плохо, и это, если кто-то услышит в наушниках ваше видео, то, плохо скажется на звуке. Потому что, я не знаю, можете, конечно, настроить, смотря какой у вас микрофон. И далее идут динамики. Здесь уже настраивайте под ваше предпочтение. Если вы ставите здесь галочку, то в основном файле, то есть вот там, то в основном файле, вот в этом, который именно само видео, сейчас у меня сохраняется там только звук с компьютера. Если я поставлю галочку вот здесь, в самом видеофайле будет сохраняться одновременно и звук с самого видео, с компьютера, и мой голос. То есть эту галочку ставьте по своему усмотрению. Мне без разницы, потому что я потом удаляю из видео вообще звук и накладываю уже через нужные мне программы. Ну и все. Больше тут ничего и не нужно делать. После вот этих настроек у вас будет сохраняться именно в таком порядке. То есть один файл такой и все. Очень удобно и просто. А на это все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И увидимся в следующем видео. Всем пока.